Приветствую вас, земляне, с вами Сенсей. Давайте продолжим игру «Зло внутри». Блин, не то натыкал, уже закрутился я с этими заливками. Смотрите, Кинс Баути второй, типа Ведьмака. И леденящий страх, смотрите. Дожидайтесь хорошей картинки. Не портите отношения ни к игре, ни ко мне. Ни к себе. 2К будет, значит, все, смотрите в 2К. Или хотя бы Full HD. Ну, на телефоне, по-моему, вообще плевать, как смотреть. Там 360 миллиграмма. Так, ну что, геодезистом. Мы играем геодезистом, кто не знает. Ходим по локациям и проверяем, где чего там неправильно с землей. Я уже кнопки забыл. Какие там, где чего кнопки? Вот, слава богу, здесь записалось, как я и хотел. Так, как ты у меня стреляешь? Так, вот ты стреляешь у меня. Как ты у меня жрешь? Двойка. Че я не пойму? Какая двойка? Чего двойка? Шприц-то как мне выжрать-то? А, ну вот я нажимал, что ты. Все нормально. А, эту я убрал, как ее. Надоело мне, он дохнет каждую секунду. Так что, ребята. Игра заключается в том, что он геодезист. Берет вот это говно в руку. Типа пульта. И ходит, геодезирует везде. Смотрит вот, где чего, где провал, где не провал, где прав, где не прав. Вот, вся игра эта. Бегать, дрочить, и между ними появляются монстрики, которых нужно по попке шлепать. Вот эти вот, вот, вот эту дресню. Вот, мне просто уже выбешивает эта дресня. Я не могу понять, чего тут надо делать в этой дресне. Как ловить эту херню, вообще непонятно. Так, это у нас... Так, это карта. Где у нас эта штука-то он берет? Это фонарик. Это он вообще голову вытирает. Я забыл уже все, какие кнопки-то здесь. А че, мужик, у тебя это? Вот это у тебя должно быть. А у него патронов-то нет, смотрите-ка. А почему у него вообще нет патронов? У меня их как грязи было, этих патронов. Куда патроны-то у меня делись? Я их покупал кучами. Так, вот здесь. Ага. Вперед и. Че вперед и вы? Так. Я что-то вспомнить не могу, где у меня это. Хренотень-то. Включать-то эту. А, вот. Заправляй эту штуку на меня. Мы же. Где ты? Я ищу тебя по всему городу. Черт, Джон. Что ты здесь делаешь? Ты не должен был это видеть. Я не понимаю. Что? Я не понимаю. Чего ты, точка резонанса? Че это такое? Я вот сосать не могу в эту херню. Не направляй эту штуку на меня. Мы же лучшие друзья. Я не понимаю. Здесь должны это люди появиться. Чё-то. Базар этот вонючий. Я вот выхожу, что ли, из нее, из этой точки, или как? Все, надоело мне это говно. Я чувствую, из-за этой дряни я брошу игру. Потому что меня это дико раздражает, вот эта их дресня, вот это вот. Ловить это. Мерзость эту. Ну, надо ведь такое сделать, чтобы сделать выносливость такую маленькую, полудохлого его, что, видать, люди начали возмущаться до такой степени. И они сделали убрать ее. Так вы сделайте посередине, чтобы она и не маленькая, и не большая была. Плевать, уберите прокачку с нее, надо. Там два раза сделайте прокачку.
что ты меня замечает, да? Ну, Витька хорошо, он бежит, ну. Отлично. Вот можно было бы сейчас раз, например, закончился она у него. А то ведь они и сделали это, будь здоров. Нет, меня некоторые игры выбешивают вот этой херней. Мне, наверное, надо или на легком все игры играть, или вообще в такие игры не играть. Геодезист. Мы играем геодезистом. Из одной точки в другую бегаем, туда-сюда. По одной и той же локации. То есть одна локация всего, и подвальная еще одна есть. И все, больше ни черта ничего нету здесь. В этой помойке. Но вы смотрите, вам нравится, почему бы мне не заливать. Тем более она полностью на русском. Будем ходить, значит, ловить ворон. Почему бы и нет. Ну вот это вот, я не знаю, вот эти вот разработчики, да, вот эту херню сделали. Вот это кому-то интересно, вот я не знаю. Кто-то больше 8 очков может дать этой игре? Я даже представить не могу. Вот, со своей колокольни. 7 с большой огромной натяжкой. 7 очков вот. С огромнейшей натяжкой вот этой. Потому что игра вся поставлена вот на эту дресню. Вот чемодан какой-то. И он убирает, видите, я подобрал что-то, он опять убирает эту херню. Я уже ушел, что ли? Нет. Нет, я здесь хожу. Ее надо постоянно доставать. Какая-то манипуляция, все, доставай. Он назад показывает, да, надо назад идти. О, похоже, я все правильно иду, да? Низ, это или? Что, для меня? Ну как-то перед тобой-то, если это появилось, наверное. Тупорез ты глупый, блин. Клоун. Вот это место. Познаю этот стиль. Снова он. Чувак, что там? Парень, просто отпусти меня. Я отведу тебя в безопасное место. У нас есть припасы. Давай со мной, я могу вывести тебя отсюда. Да это какой-то этот, как его, детектив. Это не ужасник, не хоррор. Чтобы бегать, скакать тут, мочить всех. Это детектив. Кстати, я в такой детектив играл, там он стал невидимым, что ли там. Это мое вдохновение. Похоже. И твоя кровь. Чувак, ты что, совсем рехнулся? Не дергайся. О, черт! О, черт! Помогите! Помогите мне! Ну, кровь он тебя возьмет просто, и все, че тут? Дрищешь там. Может, я сказал, башку отрежешь и все. А ты-то, а он-то чего дергается? Как будто в него стрельнули. Не повезло, Райан. Да тут вообще всем не повезло. Тебе, что ли, повезло? И камера, снимающая останки жертвы. Береберда, это сколько надо накуриться, чтобы такую береберду сделать? И это он называет искусством? Кровавая расправа. Ну давай следующую точку, что ли, искать. Сюда вот надо идти, что ли? Убежище пока. Нет. Просто новая точка, наверное, еще не появилась. Или сейчас вот эту заставить нам это делать. Точку. Что делать-то здесь, в этой игре-то? Еще один коммуникатор. Наверное, Райана. Эти тоже из Мёбиуса. У них может быть что-нибудь полезное. А если бы вот я сейчас не нашел бы его? Опять бы возился. Пока ничего. Вот какая-то херня появилась. Вот тут опять резона. Ну давай сейчас вернемся к нему. Меня дико раздражало, знаете, вторая часть, Резик. Игра просто обалденная. Просто обалденная. Черт, игра. Куда он делся? Ну, сейчас уже не для меня. Раньше я играл в нее на Соньке. Просто обалденная игрушка. Но сейчас
после таких игр, всяких ведьмаков и всяких ужастиков навороченных. Ну, я не знаю, уже не то. Ее переделали. Да, они сделали просто конфетку. Но я не смог ее пройти. Только вот вам заливал. Что за чертовщина? Мерзость. Что-то я мерзостного что-то ничего не вижу. Ты отойдешь оттуда-то, нет? Две башки, что ли? Да что ты в него никак не попадешь? Их ты! Их ты, ничего себе, чем это он ему врезал? Бомжатина. Все, начал лазить в кишках, блин. Ребятки начали нападать. Так, подождите-ка, что-то я выйти-то не могу. Куда идти-то? Карта недоступна, еще лучше. Я куда попал-то вообще, не могу понять. Какую-то херню. Жмуры эти вонючие напали на меня. Обратно может идти? Может вот это отодвинуть? Точно, дырку-то. Сколько секунд прошло, пока он отодвигал это шифонерно? Вот так и игры затягивают вот этой херней. Это слишком. Даже для этого мира. Да вот твой дом, родной, вот ты здесь и бегай туда-сюда. Расскажу ему последние новости лично. Вон дверь как раз нам туда. Смотрите, как мы быстро пришли. Нам и бежать через город не понадобилось. Прошли бы, блин. О, Бендер. Так, там зеркало. Как всегда, мой. Вот так надо заходить, ребята. Только не забывайте в домофон позвонить. Смотри, мусор он тут набрал. Здорово. Так, мы пока не будем сохраняться. Давайте сделаем патроны. Так, как нам... Все? Очень много. Во! Вот это прибавление. Гарпуны нам нужны. Один только. Ну, пусть будет. Электро, ну, наверное, достаточно. Во! Вот эту хренососень надо сделать. Тыкалку, блин. Так, с этим разобрались. Улучшить мы сможем что-нибудь? Шестьдесят пять, а здесь надо сколько деталей? 80. Чё-то Игорь сюда вообще залез. Тут я тоже уже качнул, да? Чё-то два. Сколько надо-то? 120? 80. Ну, зачем вот это? Это, я считаю, просто издевательство над людьми. Вот это... Прокачивает скорострельность. Ну, другое ружье дайте, найдите. Или там где-то он должен найти другое ружье, более мощное. С одним и тем же предметом бегать я буду. Ковыряться туда-сюда. Это вообще курит у меня что-то там. Курица это по телефону говорит. Время не поймешь. Каждый час должна говорить. Говорит не попад. То в попад, то нет. Как захочется, да и говорит. Давай, мудилы. Ты удачно добрался.
Не уверен, что слово удачно подходит, но да, добрался. Четырехглазый. Так, теперь расскажи, как попасть к мэрии. Да удачно мы добрались, есть да? Что-то типа закулисья, чтобы работники Мёбиуса могли втайне за всем наблюдать. Там многое уцелело, и по переходам можно попасть в разные места. Но куски города плавают в небе. Как там могут быть тоннели? Не тоннели, переходы. Ты входишь и выходишь из них с помощью фазового сдвига. Мы зовем эту систему геодезистом. Она на другом, незримом уровне. Звучит как полный бред. Неважно, бред или не бред. Главное, а кто писал этот бред? Но это лабиринт. Свернешь не туда, попадешь совсем на другой конец города. Silent Hill, я думал, бред. Где это еще сеть, бредей. Которая выведет меня к мэрии? И кто только все это выдумал? Я отмечу, где узел. Это в северном убежище. Похоже на обычный компьютер, но только с виду. Я дам тебе пароль для активации. Войдешь, двигайся по отметке. Какую я часть уже заливаю? Третью, он да? Он и выведет тебя к мэрии. Я еще игры не видел. Мог рассказать. Третья часть? Не было игры ну, еще. Да. А вот это не смог бы отдать. Переходы в порядке. Мы по городу сбегали туда-сюда. В три есть места, данные, и все. Что по пути к выходу Б2 произошла утечка газа. И там без противогаза не выжил. Я не знаю, как вот... Некоторые нахваливают ее. Да за что ее хвалить-то? Спасибо, что худшее приберег напоследок, Анил. На тройку Судя она тому, из пяти еле-еле это утягивает. Это еще не самое худшее. Не продолжай. Что-нибудь еще тебе пройду. Рассказать? Я дальше пройду, может и на этом не потянет. Игры никакой я не видел. Вот Ведьмак я сейчас прохожу. Так там квесты, какие-то выполнения. Ну да, совсем другая игра. Но это уж совсем превратили в какую-то клоаку. Геодезист, бегаешь там с этой дресней, резонансами этими. Не знаю я, что это беготня по сюжету, которого нет. Пока меня здесь ничего не радует. Да. Графика меня радует, да. Нормально сделано, да, культурно. Культурно у вас тут. Ну, это уже не та дверь-то. Я что-то, походу, не туда побежал, а не в ту сторону. Мужик, что-то я выйти не могу от тебя, блядь. Так, зеркало нам нахер не нужно. Вообще, зеркало нам зачем? А, переходить туда, я что-то даже забыл. Ну это вот нормально, вот я считаю, это ненормально, вот беготня по одним и тем же территориям. Вход в сеть, вот сюда нам надо, да? Так что ли выходит? Я же здесь был, нет? Разве я не был здесь? Я был там. Ну вот поэтому я и бросил эту игру, потому что я туда-сюда побегал и плюнул. Думаю, да что это за... Да он еще загибается, это видите, я сейчас убрал эту прокачку дресни. Он еще и глючит, то есть он пробежал. А тут беготни, блядь, туда-сюда, как грязи. На легком игра меня просто радует. А если бы здесь сложный был, я бы ее бросил. Я ее бросил, потому что я играл не на легком. 7 патронов сделал, и все, по-моему, я ничего больше не получу. Вот он сейчас оглядывается, а все равно бежит. Никак там. Мужик тут везде. Ё-моё. Здесь нахуй репа отлетела, блядь. А что ты у меня не достал-то? А, я его не достал. Перепрыгни, что ли, здесь, мужик? Отлично. Вот это сделали нормально через кусты, да? Просвечивают, нормально так сделали. Но... Здесь вот сделали уже ненормально. Здесь он не мог протиснуться. Мерзавец. Эдакий. Ну я был здесь. Я бегаю туда-сюда. Я не... Пошли вы нахер. Блин. Ничего себе. Вот это накурильщики. А это что за бармалей, блин? Мне надо болт
Эх ты, выходи из этой трещины. Чё она... Мерзавка, блядь. Смотри, смотри, накидала какой-то херни, накидала мне подмышки, блядь. Надо издалека мочить эту мерзость. Ёб твою мать, вот... Да какой тут ствол? Опять это прибежало ко мне, мерзота-то, блядь. Я вот этого, от этого никак не могу избавиться. Эту я сейчас на расстоянии буду дристать. Фу, все, отлично. Ладно, хоть колется он по дороге. Вот что радует, ребята. Не встает, как хобот. А вот с этой штукой я вообще разобраться не могу. Вот с этими. Как это болт-то мне включить? Другой болт-то включить. Так. Сменить болт. Ага. А попадет ли он, бля? Я вот не вижу. Где цель-то? Цель-то нету. Как стрелять-то? Цели-то нету у болта-то. Опять сменить, да. А, я уже, наверное, стрелял в нее. Так а почему дверь не открылась? Надо было туда зайти, наверное, да? Зайти вот сюда надо было, да? Я же здесь был. Где-то я тут что-то открывал. А, я болтом стрельнул и открыл гараж. Вон оно что. Да надо было, наверное, просто сюда пробежать. Во всем Кидман. Ну ладно, пусть будет. Кидман, ты меня слышишь? Нет. Что-то. Хорошие новости. Я нашел Анила и обнаружил след, ведущий к Лили. Отлично. Плохие новости. Юнион буквально разваливается на части. Кофе сейчас. Там полно монстров и трупов. А, и тот психопат, о котором я говорил. Тот, что с невероятными возможностями. Лили у него. Я собираюсь войти в сеть, о которой ты, кстати, мне не сказала. И найти его. Прости, у нас не было времени, чтобы все тебе рассказать. Но мы не знали, что все так плохо. Здесь все как в маяке. Нет, даже... Я как свинья в апельсинах. Потому что в маяке не было моей дочери. Ладно, успокойся. Он ищет дочь. Все. Что известно об этом человеке? Мужчина. Примерно 1.80 м. Какой-то черт ходит, и все. Похоже, воображает себя художником. Маловато данных. Это я и сам понимаю. Я направляюсь в мэрию. Свяжусь с тобой потом. С катертью дорога. Отправляйся. А чё, у меня жизнь почти целая? Ну ладно, пусть. Зря я её истратил. Вообще все запасы пополнялись, да? Было круто. Побольше врагов, но чтоб запасы все. Я не на одну же записываюсь. Всё, мы ковыряемся отсюда. Так, здесь нет у нас этого... Ремонтного-то. Ну ладно. Надоело. Так, а куда нам надо найти Северина? Ну я здесь, чё? Надо-то? Неправильно я что-то сделал. Вниз, наверное, может, подвал где-то есть. Так, чё там надо делать-то? У Нилы я же был. Зачем мне туда возвращаться? Я что-то не могу понять. Я же с ним разговаривал, но... Как отследить вот эту дрянь? Вот где-то здесь. По-моему, тут где-то проход был. Может, через этот компьютер проход-то был? Вот тот компьютер, о котором точно говорил Анил. Попробую ввести пароль. Давай. Пока я тут ругал игру, видать, он мне что-то сказал. Ну, мы все равно разобрались, поэтому мозгов тут не нужно. Был бы еще какой-то боец, был бы, мне кажется, более интересно, но... Ну, конечно, не как в этом, в Крайзисе в третьем, блин. Бегал он там со мной, побегает 5 минут, пропадет. Я один как играл, так и играю. Зачем мне этого психа там дали? Дурашлепа. Бесполезного куска говна. Забирай вот это говно, это мусорщик, геодезист.
Я вот знал бы, геодезистом бы его назвал. Если бы вот я знал бы. Господи, я думаю, стоит кто-то. Ну, отлично. Все понятно, куда идти. Похоже, здесь тоже все пошло наперекосяк. А что ты ожидал увидеть? Я не пойму. Ты вообще находишься в зазеркалье. Тут удивляться вообще нечему. Вот это вот когда булькает, это что-то... Может, это карта всего Юниона? Какой же он огромный. Ну, мы по нему по-любому, наверное, бегать не будем. Мы же тут туда-обратно. Похоже, они продолжали проектировать районы Юниона. Ничего не прокручивается. Геодезист попёрнул. Редкостная дрянь вот этот прибор. Зачем это сделано, не понятно. Бери у него тут что-то. Походил ты и без толку. Смотри, там дыра какая-то вот сюда, наверное. Ладно, хоть что-то там, какие-то в дыры как бы полезли. А то нахрен бегаем туда-сюда, бля, по одному колхозу. Село! Большое дышло, и мы по нему бегаем туда-сюда. Сколько раз я пробежал, блядь? Туда-сюда я уже точно два раза сбегал. Ну как вот метиться им? Я не могу понять, ребята. Как им метиться? Я не вижу отметки, куда стрелять надо. Может, он сам как-то направляет? Отметки-то нету, почему нету отметки? Почему у этой есть отметка, а у этого нету? Беспредел какой-то, блядь. Оп, отлично. Знаете, еще такое. Я туда спрыгивать не буду пока. Нахрен. Давайте сначала сюда, да? Здесь все сейчас обнюхаем. Геодезист сейчас он. Я вообще назад куда-то бегу. Мне вообще сюда вот надо идти. Вот, к этой точке я здесь. Понять не могу. А, это я вокруг прошел. Ух ты, мам, дорогая. Дорогая телепередача. Вся канальчиковая дача, чуть не плача, у экрана собралась. Вот и я так. Ну и зачем тебе туда идти? Пес с ними тогда. Сейчас они вылезут оттуда, как пить дать, это же закономерность. Все закрыты, как обычно. Вон они, со всех сторон сейчас попрут, ну. Егорий, блядь, куда тебе надо прятаться? Вот сюда на лестницу можешь запрятаться. В данный момент активирована блокировка. Отключите блокировку, настроив нужную частоту на коммуникаторе. Давай, все. Разберемся мы без вас. Че? Какую сторону-то? Блять, опять прошел мимо. Ну все, уже попал, че надо-то? Во. Блокировка отключена. Подождите. Система перезагружается. Тут уже. Дураку понятно, что надо куда-то теряться, блин. Увидели там везде эти шаманы. Блокировка отключена. Система перезагружается. Вон они, козлята-то. Учатся летать. Сейчас посмотрим, как они учатся летать. У меня такое впечатление, как будто я здесь играл. Что-то мне напоминает это место. Чего-то. Куда ты? Свинобазы жирные. Какой ты шустрый, блядь, толстый, блядь, самый шустрый. Жердяй, самый. Система перезагружается.
Чё-то какие-то тормоза у меня идут. Ой, тут надо ружьё, блин. Второго я не дождусь, на. Вот тут и хорошо. Мешки с говном, блин. Ещё кто-то орёт. Отдел безопасности. Блокировка отключена. Система перезагружается. На кого ты там, блядь, орёшь-то, тупица? Нужно было по яйцам стрелять, я бы вам по яйцам стрелял. Мешки с говном, вы видели? Не встанут они тут, надо взять на всякий случай ружье. Сейчас поднимутся еще нахер. А почему он сразу не может весь мусор, все говно, взять все сразу на? По 10 раз надо тыкать, это что за затягивание игры? Какой-то подсумок я взял. То есть у меня еще и карманы должны вырастать, наверное, да? То есть он еще и носить много не может. Их ты какая девка, блядь! Молодец, безумная какая! Крыса, блядь! Вы видели, как безумные прям вообще на тигрица, блядь? Понравился мне, блядь, прям. Надеюсь, это все. Надеюсь. Патроны надо поберечь. Да вы ты. На легком играешь. Перезагрузка системы завершена. Блокировка полностью отключена. Собирай тут пузырьки эти вонючие. Трясню, набирай из них. Где-то здесь. Перезарядись. Так, 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 вот патрон лучше. Сначала надо мусор собрать, как обычно. Нет его здесь мусор. Злой какой. Где мы находимся-то хоть? Черт не знает. А почему карты нет подвала, блин? Я не могу понять. Почему этого нет? Потому что здесь не заблудишься. Господи, ну и вонь. А ты как думал? А с чего здесь вонь? Мы находимся за зеркальем. Все так реально в этом мире. Вон, так вон дресню ты какой-то спускаешь. Похоже на то. Так, какой у нас ствол-то? Арбалетом я вообще не пользуюсь, и я даже не знаю, как пользоваться, у него нет мишени. Я не знаю, может это глюк какой-то, надо было посмотреть, может есть фикс. Или два фикса. Два фига там есть. Ничего, мужик, сейчас мы с тобой тут дадим просраться. Некоторым обезьянам. Вот туда идти или туда, как вы думаете? Здесь, наверное, за углом просто что-то валяется. Ну, точно. Бери кишки. А, патрон ты взял. Дробовика. Отлично. Закрыто, все точно. Все как хотелось. Не наступит мне. За ножки не возьмет его. За ляжки, блин. Так а куда я пришел-то? Обратно я пришел, что ли, сюда? Назад я пришел, похоже на то. Вот они за мной. И не пошли. Барбосы-то эти. Как скатиться вниз? Скатиться. Ё-моё. Неделя пройдет, пока он поднимается. Или нет? Или подождите-ка. Да ни черта. Все правильно я, значит, поднялся-то. Опять это безумные матрёха. Все правильно я поднялся-то. Зачем? Только там... Там два щитка, видать. То есть одно помещение похоже на другое. То есть с обоих сторон, как ни смотри, они одинаковые. Вот вам не нужно смотреть на это извращение. Кто уже посмотрел в хорошем качестве, смотрит. На это извращение вам смотреть не надо. Значит, потому что вы его перемотали. Спасибо, на я бы и правда не выжил без противогаза. Противогаз даже. Прямо лабиринт. Одевать не надо мне. Все взрывоопасно. Просто. Черт.
Здесь нельзя будет стрелять. Ты что, дурак, что ли? А что это такое у меня? А, вообще, даже из арбалета нельзя стрелять. Нормально, и как я буду? Перочинным? Мне надо хоть топор тогда. Дайте мне топор, нам. Топор они дадут, нет? Какая злая тварь, вы видите? Смотрите, завалил все-таки эту мерзоту. Ну вот здесь вот топор могли бы дать бы топор-то, а? Почему тут не дают топор? Бросить нам под ноги нам. Тем более на легком. Ладно, я там на супер сложном, блядь, играл бы. Вообще ковыряться надо было, наверное, одним ножом. Потому что у меня и так патронов нет. Ну, сохранялка. Масть идет вроде нормально. Вы знаете, меня порадовало. Даже вот эта помойка меня порадовала. Я ушел из этого города. То есть хоть какие-то изменения в игре начались. А то бегали туда-сюда. Вот это два часа игры, это начало. Плохо. Так, башку нужно спать. Идти по проводам. И чего я сделал? Что я сделал-то, я не пойму. Чё ты? Крысы, блядь. Нахер беги быстрее, блядь. От этой жабы. Стрелять нельзя. Хитро. Это сработает. С второго раза повезло нам. Так, теперь меня можно стрелять? Опять нельзя. Что это вот за бутылка, я не пойму. Говна какого-то. Так, теперь куда мне идти? Я что-то не могу понять. Куда мне идти-то? Ничего здесь не отмечается. Это крыса сейчас на меня нападет опять. Мерзавка-то. Бежать-то, блядь, не может, а. Специально тут так сделано, что ли, я не пойму. По проводам обратно, что ли, бежать? Где-то я что-то открыл, да? Открывай! Черт ты вонючий! Наконец-то. Маска тоже не розами пахнет. Вот это вот, к слову сказал этот Бонифаций. Геодезист, это у нас московский геодезист, по подвалам-то шарохается, такой известный, такой черт нахуй. Его раньше часто показывали. Алло, меня слышно? Это Уоткинс. Уоткинс, что там у тебя? Коллапс происходит быстрее, чем мы предполагали. Уже затронута сеть. Эти твари пытаются прорваться. Мне нужна помощь. Я смогу. Пришлите кого-нибудь из группы с противогазом для меня! Прости, мы не можем рисковать людьми ради тебя. Нормальный ответ. Все, выбрось! То ли дочь я ищу, то ли какую-то херню ищу, не пойму. Карту не берет вот он. Все, отлично. Самое главное. Уляка у нас. Наверное, нам прямо, но там тоже здесь посмотреть что-то. Зубы. И оружие нам дали. Мы им не пользуемся даже. Ну, чё ты, мусор? Тебе надо радар, вот мусор, чтобы находить. Смотрите-ка, ящичек. Ну-ка давай, мужик. Вот почему сразу все не взять-то? Вот это вот тыканье, для чего это нужно? Для задержания времени. Что
чтобы из часа превратить в 5? На двери только уходит черт знает сколько времени. Пистолет надо перезагрузить. Раскидали бы разное оружие, было бы намного интереснее. Зачем эта дрещага мне нужна? Прокачивать это оружие. Тупизм этот вонючий. Ненавижу такие игры, блядь, все на прокачиваю. Вот, смотри. В туннеле произошла утечка газа, а я противогаз в БТРе оставил. Пришлите кого-нибудь из группы. Алло, меня слышно? Это Воткин. Воткин, что там у тебя? Коллапс происходит быстрее, чем мы предполагали. Уже затронута сеть. Эти твари пытаются прорваться. Мне нужна помощь. У нас тут безопасно. Иди сюда. Я не могу. В туннеле произошла утечка газа, а я противогаз в БТРе оставил. Пришлите кого-нибудь из группы с противогазом. Так это опять то же самое. Мы не можем рисковать. Да все, нахер ты нужен, блядь, надоел ты, помоечник. Вонючий. Задрал нас уже здесь. Своим противогазом, да. Все, сдохни, и все, и до свидания. И тут. Опа! Крыса, блядь. Мерзоты. Есть. Жри. Так, здесь закрыто. Ландшафт хоть сменился, хоть где-то что-то мы, пусть по помойкам, но где-то лазим. Меня просто выбешивало. Два часа я бегал туда-сюда, просто так бегал. Не надо мне здесь никакие открытые миры, тем более вообще я не понимаю людей, которые делают в ужастиках открытый мир. Это, я не знаю, это люди не дружат с головой и с играми. Просто люди, не разбирающие в играх. Абсолютно. Коридорщина, она должна быть, присутствовать, чтобы, блин, пугало вот эти коридоры, чё, как метро вон, да? Метро-то, обалденный, вообще первый метро, посмотрите, это просто шедевр, кстати, у меня залит он, я вам закину. Вот он, мой путь в Юнион. Шедевр, а что, а третье метро? Редкостная дрянь. И то они сделали потом уже... Поняли, что их отругали там открытым миром, нахер не нужен. Сталкер какой-то сделали из Метрона. Метро надо было сделать так, я уже об этом говорил. Надо было сделать большую часть игры в метро, а потом они выходят в самом конце наружу. И там несколько часов там наружу. А потом DLC ляпайте наружу и все. Вот, метро должно быть было метром. Здесь я нажимаю Е. А когда сканирую, Р. Почему? Разработчики, почему? Объясните мне. Почему разные кнопки? Что здесь Е, что там я Е могу нажать? Опа. Уже радует. Так, давайте к офица кнопку. Вот вам затяжка игры. Видите, он еще не... Он не просто сразу хлебнул вот так, как стопку, да. А он вкусил какую-то хренотень, да. Всякого насували всего. А вот зачем туда в ту комнату ходить, не пойму. А, там это сейчас. Апгрейд. Мы ничего, какие апгрейды делать не будем. Мы будем идти дальше. Нам апгрейды эти все без надобности. Наберем мусора побольше нам. Будем сделаем апгрейд. Так, нам куда сейчас идти? Опять он тут что-то своей этой фильмоскопом надо. Геодезист вонючий. Еще один чудесный денек. Не припомню, когда в последний раз был дождь или холод. Здесь всегда так хорошо. Еще один чудесный денек. Все, пошли отсюда, мать. Редкостная дрянь. Блин, надо было патронов понаделать, да, наверное? Ну ладно, я думаю, что прорвемся. Надеюсь. Что это вот за стрелочка вниз показывает постоянно? Я не могу понять. Подвал, что ли, она показывает? Никто ничего не написал. Нет любителей этой игры. Ну и правильно.
Ох, опять сюда, что ли, вышли мы в этот город вонючий. Я привык отметку ставить правой кнопкой. Наверное, это мэрия. Надо остановить Лечь. Этого урода и спасти Лили. Все началось. Вызывает тебя, мудил ты, с такими. Это он. Да пес с ним, давай, Етер, как ее? Стреляй ему в башку туда. Да что это за хрень? Да какой-то накуренный черт. Как он туда попал, вообще непонятно, да, в эту игру. Не уверен, что я готов. Но отступать уже нельзя. Никто в этом не уверен. Еще один чудесный денек. Почему R здесь, а не E? Еще один чудесный денек. Не припомню, когда в последний раз был. Опять этот клоун, блядь. Так, куда? Где встречаемся-то, я не пойму. У цветника или где? Все, чего, куда надо идти? За этим чертом, что ли? Или обратно в эту? Здесь все локации поставлены туда и обратно. Все, здесь нету в игре ни хера никаких новых локаций. Сейчас, мне кажется, мы побежим назад. Почему здесь нет никаких отметок? Куда бежать-то, я не пойму. Войти в мэрию. А где она, мэрия-то это? Вот сюда вот, наверное. Почему она не окрашена? Мэрия ли это вообще? Что это такое? Ну, какой-то дело. Ну, дай мне сюда что-нибудь. О, ножичку. Давай, возьми. Пригодится. Ничего, я доберусь до тебя. Кого он все это... Кому он говорит-то все? Этому мерзавцу, что ли? Фотографу? Ну, отлично. Мэри, ладно, по мэри сейчас побегаем. Если вот эти ублюдки не встанут. Руки-ноги соберут сейчас. Оп, глаз. Да. Точно, смотрите, они собираются. Я так просто ляпнул. Рукожопые какие-то собираются. Мерзоты рукожопые. А, ну это подруга. Красарта этого. Эх ты, ничего себе, тебе черпанула она. Тупореза, блядь. Так, подождите-ка, он как-то еще уворачиваться, по-моему, можно. А может, в мэрию надо бежать? Может, бесполезно здесь трахаться здесь? Ага, хрен там, блядь, мэрия. Мэрия не поможет. Эх, застрял он здесь, мудозвон-то этот, нам. Пойди найди тут ножичек. Ну как же, да. Может быть, ей электрическую дрянь вгрызла, пульнуть надо. Ручище-то отстрели ей. Вместе с мозгами, ну. Типа она меня видит, здесь что, стелс, блядь? Чё, патроны? Ох ты, нормально, мужик, ты какой ты молодец, я отстрелял всю дресню, ну. Давай патроны искать тогда уж побегаем, ну.
Сейчас куда-нибудь упрется он у меня. О, смотрите, вот лужа говна. Ух ты, поджарили мы ее. Да плевать ей, похоже. Ах, и конечно, да, зачем нам патроны? Давайте мусор, блядь, соберем весь в округе, блядь. Здесь босс, а мне какое-то говно дают. Ох ты! Все, очко джим-джим. Вот и лежи. Че лежит? Давай вон треснем, соберем. Опять что-то не так. Бошки развалились. Надо патроны давать, а там дают железки какие-то в ящик. Обалдеть. Смотрите, как я... Давай здесь посмотрим. Чё-то закрылся. Может, надо было сюда вот от нее прятаться? Чё-то такое. Может, вот сюда надо было забежать от нее и спрятаться? Наверное. Чтобы она взорвалась, тут, может, какая-то ловушка стояла. Ну, мы, ладно, слава богу, что мы на легком играем. Вот еще ловушка. Так что есть свои преимущества в легкости и есть минусы. Ловушками я так и не воспользовался, только лужей это, по-моему. Максимум, давай-ка уколемся и заберем эту дресню. Давай, разрушитель геодезист. Так и хлычет бочка-то. Бочка не взорвалась, плевать. Здравствуйте! Вот он я. Господа. Живехенький. Кто это? Все хорошо. Ты Харрисон, да? Я не из них. Кто ты? Не бойся, меня послал Анил. Я думал, что больше никого не осталось. Я ищу ядро. Где она? Она здесь? Второй этаж. Излучатель стабильного поля. Излучатель? Да плевать на него. Я должен найти ядро. Нужно включить излучатель. Он стабилизирует среду, иначе Юнион распадется на куски. И ядро уже не поможет. Включи. Излучатель снизит его силу. Его силу? То есть... Возьми. Джимбон какой-то там. Это чтобы включить излучатель. Да у меня есть такая говно уже. Сколько можно таскать эту дерьмо в карманах? Еще один из группы мертв. Жаль, что я не узнал от него больше. Не бойся, Лили. Я все равно найду тебя. Да уж не знаю. Как получится. Так, патронов этих уже нет. Все, нам надо это... В ящик сыграть. Найти это... Убежище. Что это такое? Что это такое светит? Прожектор. Зашел уже сразу, схватился за какую-то дресню. Ладно, хоть у нас... Ох ты, вот эту хренотень нам надо. Все? А вот 7 только, 7 патрон только, все. Эй, мам дорогая, какая тупость. Чемоданы, может, какие-то мне здесь надо еще сделать. А что у нас еще можно сделать? Все, больше нет тут никакой прокачки. 90. Че, 90 это вообще никак. 80.
пистолет, чтобы быстрее стрелял. Но я хотел вообще ружьишку, чтобы оно пробздилось. Блин, а? Вот это надо было качнуть, да. Патрон побольше запихнуть. Грызло. Так, нам сейчас куда идти-то, ребята? Сюда, вот в этот подвал, что ли? Так, что там, что надо там задание найти? Излучатель какой-то, не знаю, может сюда идти, но... Я что-то мэрию-то вообще бросил. Ё-моё, тут неделю-то будешь спускаться уже. А тут закрыто. Зачем это ласт тут сделали? Может обратно потом проходить по нему? Отодвинуть тот ящик с той стороны. Будет тогда неплохо. Запись тут будет у нас. О! Мусорюка какая-то была. Блин, патронов надел. Эх, тупорез, блин. Не заметил трясни. Так, все, большой коридор. Так, здесь вход у нас в холл. Вот здесь меня еще не было, да? Давайте здесь посмотрим, что-то пошарим. Ничего нету здесь. Оп. Надо срочно эти увеличивать. Да. Карманы. Да. Заряд, заряд надо увеличивать. Этот что ли музыкант музыку-то включил? Да чё, как тут без карты играть, я не могу понять. Как тут бегать без карты-то? А? И патронов, как назло, кучу дают. Опасное дело чувствуется тут сейчас. Так, чё там надо сделать-то нам, дуракам? На втором этаже всё правильно мы идём. Мы с ним идём правильно. Это еще что? Давай поживей, заходи, господи ты боже мой, нельзя же побыстрее-то, чтобы это было. Трещага-то это вся. Ну уж очень медленно эти заставки. Он полупедик какой-то, тут что-то он делает, этот барбосный извращенец. Вы видели, сколько раз надо повернуть ее, дожать ее. Так я не понял, что тут надо поворачивать. Вращать, зачем? Блин, я думал, там коридор. Смотрите, да, лихо сделал вот так вообще. Да отстань-то от нее. Вот это что тут, вот это вот тоже... Бутыль-то стоит, смотрите, вот. Может, а, бутылки ее, может, надо развернуть. Кваску. Что не так-то, блин? Туда седали, чем она стояла. А может, что? Вон, сфотографируй ее. Она просто древняя. Это неспроста. Все, пошли туда. Фотограф, блин. Давай-ка ну-ка шлепнем. Ее. Вазу, вазу не забудь, блядь. Зацепи вазу. Ничего. Что я упустил? Такое же платье. Ну-ка наоборот сделать мне. Ладно, сейчас разберемся.
Так, тут какой-то черт пролетел, бля. Во, цветы надо взять, туда положить, поставить. А где эта картина-то? А вот она, картина-то эта. Ну, я и без вас тут догадался. Ну, стоит и ничего не делает, все. Видите, вот эти задержки, это вот... меня дико раздражает вот эти задержки. И рука загорелась, а до этого не было руки. Почему бы ее сразу не сделать, эту руку? Рука, я бы сразу догадался, надо что-то туда воткнуть. Опять. Все, фотограф. Открылась путь. Интересно, так мне понравилось. Я вообще думал, этот путь здесь открытый сразу. Все, тут все заперто, походу. Блять, тут вышел уже. Взять что-то. Какие-то полиции, чего-то, какую-то херню пишут. Это здесь вообще это искусственный город. Искусственный это живой город. Ах, как такое вообще в голову приходит? Я сам удивляюсь, как этим разработчикам такая дрянь пришла в голову. Оцени шедевр. Ладно, жопу его показывает. Я сыграю смотрите. В твою игру. Если я не могу это поможет добраться до тебя. Кабер уезжает в жопу его. Звонит где-то телефон, слышите? Столетие замочек. Ну чего, зачем я в этот коридор побежал, непонятно. Зачем мне надо шарохаться? Тикают. Но маятник не двигается. Это хорошо же. Все равно, значит, они рабочие. Все, стена закрылась это. Ковырять здесь нам придется все-таки. Расковыривать это дело. Тихо. Что-то там такое все. Вы слышите что-то? Что-то где-то открывается, вроде, такое впечатление. Понять не могу. Вон там впереди что-то открылось. Или что-то. Другая картинка какая-то. Это Лили. Он играет со мной. Темнело. То ли в глазах у нее, то ли в коридоре. Однако... Что-то вроде интересненькое пошло. Поехали. Какой-то интерес у меня проявился к игре. Это как это, ужастик там. Тоже комнаты так менялись. Ну чего ты сюда прибежал? Настоящий шедевр. Иначе быть не могло. Это же мое творение, как-никак. Смерть, сохраненная в нитрате серебра, как ножка в янтаре. Прекрасно. Все ты все сказал там. Иди сюда, мерзавец, я тебе башку прострелю. И закончим на этом. Разыгрался там этот черт из табакерки. Вот это нормально сделали. Документы раз, сразу посмотрел. Ну, чего ты открыл эту тресню?
ничего не изменилось. Все, больше тут нет ничего. Какую траву нашел, блин. Кто тут накидал тебе травы-то? Тупица. Вот он! Скотина, блядь. Че-то уперся ты. Какую-то дрянь уперся. Фонарик у него, он. Он даже мозгов у него не хватает, он фонарик там к писюну привязал. Их ты, вот эти. Смотрите, как тут подвал попал. Ну вот это интересно, мне понравилось. Вот комната. Превращение. После долгих ковыряний по одним тем же локациям с этим, с прибором, блин. Все, прервали нас, похоже. За твари. Рубрика «Давайте вспомним». У меня сейчас только выходные. Я один раз в неделю заливаю какую-то, ну, старую, новую, старую игрушку. Как новая она у меня идет. А если какая-то новинка выходит, я ее сразу заливаю. И новости недели смотрите. Стараюсь получше сделать. Пока еще я только тренируюсь. Не знаю, как преобразовать. Не сравнивайте с профессионалами. Я здесь копейки не заработаю. Поэтому все делаю бесплатно. Куда ты забежал? Не пойму. Ну че, это футболист? Вот здесь в середине, что ли, какой-то черт сидит? Дай ему по башке-то, блядь. А, это эти, как их, ангелы. Наверное, сейчас они тут все живут. Главное на них не смотреть. Выходи отсюда. Все темнее и темнее становится. Оп, отлично. Что-то я кругами побегал, по-моему, я выбежал опять сюда же, смотрите-ка. Эх и, блин, деревня старая, ольховка. Наверное, это излучатель. Требуется авторизация. Подключите терминал с правом доступа. Давай это говно терминал. Доставай. Видимо, коммуникатор. Да вставляй ты уже, господи, да что ж ты здесь в этой игре все через задницу? Все затянуто, я не знаю, блядь, годами надо ждать. Какой-то он вялый, блядь, недоразвитый мужик-то. Ну где-то да, там надо показать чего-то, а где-то... Вот он сейчас тебе мозги-то и вышибет, ты дураку. Ты так долго меня разыскивал. Кто ты вообще я такой, пришел. Барбос? Но постой. Какой ты Дэнди? Ты ищешь не меня, верно? Нет. Девочку. Это даже обидно. Но как обижаться? Педрила, педрила, натурально педрила. Видите, ему обидно, не что не его ищет. Заполучить ее силу. Не любит он тебя. Есть еще дочь у него есть. Кто, куда более жена достойный, была. Способный заплатить цену, которая тебе и не снилась. Уж прости, твоя ставка перебита. Страх. Ну убей его и все, и закончим страх. На этом. Это прекрасно. Ты всех переубивал, а его оставишь в живых? Меня зовут Стефан. А ты станешь Петрила. Моим шедевром. Давай сейчас им... Ах ты сволочь! Под титьки ему
Я же говорю, а его не трогает. Подождите, какую-то игру-то я помню. А, Far Cry 5. Его постоянно ловит и постоянно он сбегает. А это моя прекрасная... Немо. Запущен процесс перезапуска. Перезапуск через 90 секунд. И чего я должен делать здесь? Нет, понять не могу. Что я должен Этот делать? Тварь прерывает запуск излучателя. Эта тварь, так надо ее убить. Пойдем по седалищу ей надоем. Мерзавки. Куда она убежала? Да и пес с ней, пусть она бегает. Че? Свинья тут. Рыбаку. Теперь процесс пойдет. Надо не давать этой твари остановить запуск. Перезапуск через 80 секунд. Эх ты, куда смотри, это кобыла, блядь. Летун, кобыла, летун. Чё, таймер она остановила, что ли, тварь эта? И как его запустить, таймер этот? А? Где эта мерзавка-то? Чё ты убрала? Куда она убежала-то, эта крыса-то? А, вон... Блять, промахнулся по этой свинье. Блять, патроны кончились. Да что ж за игра-то такая, а? Блять, три раза стрельнул, блять, нет патронов на... Тыкай давай себя палкой ты этой вонючей. Дресней ты, тыкай, дресней ты с себя. По-моему, не 30 секунд, а 3 минуты надо ждать. Было 50 секунд, да. Чё это такое, блядь, фонарь какой-то висит, я, блядь, патроны... Всё, у меня сейчас патронов нет, не будет, блядь, встаёт он ещё так, что... Не достать эту мерзавку. Так, надо патроны найти. Чё я тут трачу с ней? Надо найти сначала патроны. Вот, наконец-то, блядь. Пистолетные, блядь. На тебе, кукошник ты. Перезапуск через 10 секунд. Чё, патронов нет, что ли? Все, у меня нет никаких патронов. Ни здрасте, ни насрать. Чё, прошел, что ли? Еле-еле, блядь. Она хуже, чем та с пилой была. Мерзота-то это. Если бы от первого лица, я бы ее давно завалил. От третьего поднимать эту кишку вверх очень неудобно, да. Процедура стабилизации. Если она над тобой. Отлично. Я спас свою шкуру. Но что делать дальше? Если он исчез, то наверняка вместе с Лили. Куда же он ее забрал? Нужно поставить в известность Кидман. Черт. Может, снаружи поймаю сигнал? Да какой наружи? Надо сначала записаться. Черт ты вонючий, на. Опять ты начал тут выдумывать, на. Где я вообще нахожусь? На каком этаже или чего? Где я вообще? Шарохаюсь-то. А? Ничего понять не могу, но. Каждый раз кидают куда-то все какие-то перемены эти делают. И ничего не разобраться, ни карты, ничего нет.
карты нет, где мне найти эту хренати? Ой, наконец-то, блин, надо вниз спуститься как-то. У меня патронов нет, все. Ничего нету. Ни одного патрона. Давай прыгать туда нахер, козел. Закрыто. Сюда, наверное. Я просто сейчас боюсь это выйти-то, она вдруг сохранение написано, сохранение, но хрен его знает, может это временное сохранение. О, наконец-то лестницу нашел, пойдемте. Не могу поверить, что эти ублюдки использовали Лили в своих экспериментах. Им хватило наглости послать меня разгребать последствия. Нет, они реально больные. Это уж точно. Дитё малое. Чё-то я, по-моему, опять не туда иду. Или туда? Так, погодите-ка. Чё это за статуя? Чё-то знакомые места вроде. О, патрончики. Ага, вот и все это место, отлично. Забалабасим мы сейчас патронов себе. Так, у нас интересно, прибавилась там эта штука, да? Да, последний. Ой, что-то по одному будем еще делать. Так, давайте улучшение. 50, что я? Опять ничего не сделаю. Мусорное говно это на. Лучше бы разбросали оружие бы нормальное и все. Пусть не нормальное, но с каждым разом мощнее. Зачем эту прокачку везде суют? Я не пойму. Кто это хавает? Что за пипл? Дебильный, блядь, пошел сейчас. Хавает все подряд. Ну ладно, смотрите там на канале, игр у меня полно. Всего доброго, берегите себя. До новых встреч.